В этом видео вы узнаете, что легче, карбоновый руль No Name или самый легкий титановый руль. Hollow Core руты или классические колеса от Эти. Самый легкий СКС от Stack или новинка от Blunt. Куча просто деталей. А в конце видео я вам расскажу о конкурсе от создателя руля No Name. Макс 0 АМ. Для паркового самокатчика, особенно для такого маленького, как я, огромное значение имеет вес деталей. Поэтому, когда в руках у паркера оказываются весы, то первое, что хочется сделать, это взвесить все свои самокатные запчасти. Но я решил не просто взвесить, а сравнить между собой различные детали. Для начала давайте взвесим мой самокат. А то на видео со скутер-чеком я не показал взвешивание. И, наверное, многие сомневаются, что он весит 2,5 килограмма. Давайте же это скорее проверим. Так. Получается, что он весит чуть больше 2,5 килограмм. Хотя, если смыть всю эту грязь со шкурки... Теперь давайте взвесим колеса. Я взял одни из самых легких Hollow Core колес от компании Root Industries. И семиспицевые колеса InCube от Etik. А давайте сравним колеса одной фирмы, но разного диаметра. Узнаем, насколько 120 тяжелее 110. А что насчет 30-х колес? Давайте возьмем радиксы от игл и сравним с обычными. Колеса можно взвешивать до бесконечности. Давайте перейдем к штукам поинтереснее. Как вы думаете, что легче, 2 одноболтовых Этика или 1 двухболтовый? Я думаю, двухболтовый будет тяжелее, ведь он состоит как бы из 2 одноболтовых плюс еще перемычки. Это все какой-то бред и, честно, ерунда. Ладно, перейдем к СКС. Давайте же возьмем самый легкий СКС Пандора от Ацтек и проверим, действительно ли он самый легкий. А давайте взвесим новинку от Blunt. Получается, что это теперь новый самый легкий 4-болтовый СКС. Ну а прежде чем мы перейдем к решающей битве титан и карбона, давайте взвесим поролоновые грипсы Этик. Говорят, они супер легкие. Сравним их с обычными Оди. Еще я хотел сравнить обычную стальную ось с титановой. И, наконец, давайте взвесим самый легкий титановый руль. Он стандартного диаметра, и его размеры 50 на 50. А теперь возьмем карбоновый руль, No Name.
Его размеры 50 на 52. У нас не было такого. Ну и давайте взвесим очень маленький алюминиевый руль. Его размера всего 48 на 48. Ну и, наконец, информация про конкурс. Компания No Name разыграет в Инстаграме один руль, когда у них наберется 5000 подписчиков. Поэтому подписывайтесь и участвуйте в конкурсе. Я был бы очень рад, если бы руль достался одному из моих подписчиков. Ссылка в описании. Всем удачи и прогресса. Пока.